Опа! Угломи жизни потра... Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта хоррор вышла вот недавно. Свежачок, 5 звездочек. Называется Инцидент. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем карту хоррор. Кстати, вся карта основана, ребята, на том, чтобы мы на этой карте включали свет. Вот он красным подсвечивается. И фонарик нельзя использовать. Вот я нажимаю F, фонарик не работает. Через Q мы пробовали, тоже не берется. Поэтому все основано на том, чтобы мы нажимали здесь свет везде. О, кстати, привыкаешь к тому, что... Да, свет надо включать. Закрыта Сережка. Открылась. Так, подожди, когда ты заходишь в комнату сюда... О, да, отлично, Серега. Мы уже начинаем, да, ребята, вникать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что мы записываем ролики каждый день. И вот такие карты хоррор, это единичный случай, когда прям вообще крутая карта вышла. И мы ее сейчас пройдем вместе с вами. И вам очень понравится. Это ты выключил? Нет. А звук ты слышал вот это вот? Да. Вижу, вижу, вижу вдалеке свет. Кстати, классно сделал разработчик то, что видно реально эти включатели. Смотри, смотри, кто-то лезет в окно. В окне кто-то был. Но это как будто галлюцинация у нас. У нас как бы с головой, я вижу, не все в порядке. Так, что, значит, нам идти надо на второй этаж, я так понимаю. Хочу еще сказать, что... Эта карта весит 425 мегабайт. И вы обратите внимание, что все текстуры, звуки, освещение изменено, как будто это совсем другая игра. Как будто мы вообще играем не в Гаррис Мод. Как будто 5. Да-да-да, кстати, что-то есть. И такие карты очень редко выходят, поэтому я... Подожди, там мы с тобой же клацаем. Я очень рад, что мы можем насладиться этой замечательной картой. Так, все по кругу прошли. Смотри, тут сколько этот, замков висит. Только нам ключей собрать надо будет. Так. Опа! Это ты? Так, нет. Так. А я вот нажимаю Е везде. Опять? Это я, это я. Так. Я все нажимаю. Все нажимаю, все проверяю. Ничего здесь нету. Может, надо свет везде врубить? Да вот это ж мы и делаем все это. Так, нам надо было ключ, да, найти, я так понимаю? Наверное. Нам было написано Unit Key, то есть, или что-то такое, типа, нужен ключ. А, ключа нигде нет. Так, прям внимательно все проходим, ничего не пропускаем, и мы точно эту карту пройдем. Вообще надеюсь, что мы сможем ее пройти. Я нашел ключ. Я вижу. Где он лежал? Он это, где странник был, переходной, ага. Был на втором этаже. Давай сюда вниз спускайся. Иду, иду. Вот, вот эта дверь. Это? Да. О, о, ребята, подвал. Вот сейчас по-любому что-то будет, потому что здесь скримеры прям жестко сделаны. Но надеемся, что будет все окей. А, свет! А, ведро прокатилось. А. Ты чё? Легче. Опа! Ого, у меня жизни потра... Получается, огонь был реальный. У меня жизни потра... Одно хп растратилось. Я ничего не вижу. Темноватая карта очень. А, вижу, я вижу, вижу. Вижу. Есть. Наверх, наверх, ребята. Так, мы... О, это я. Да как мы от выключателей? Да, зависим. Да. Слышишь? Я отодвинул. Это ты? Тю, да. Вот уже инопланетяне, инопришеленцы. Еще один ключ. Отлично, Серега, мы с тобой вообще проходильщики. Подлог, кей. Так, я с тобой иду, а где ты? Ага, ты вот тут, да, где-то взял? Да, вот на столе лежал. Так, может, нам все-таки на машине надо будет как-то свалить, я не знаю. Наверное. Ребята, кто проходил эту карту, напишите, вы ее быстро прошли или нет? Потому что, мне кажется, карта очень сложная будет. Так, и какую же дверь можно теперь открыть? Надо искать. На втором этаже можно? Может, холодильник можно теперь похавать? Арбузика. О. Там мухи летают.
Может, вот эту дверь? Так, я вот тут все прям подряд жму. И надеюсь, у меня получится. Давай на второй этаж. Может, мы что-то там не откроем? А, точно. Там уже вот тут надо теперь открывать замки у тебя, которые на дверях висят. Подлог. Опа! Молодец, Сережка. Мне вообще показалось, что я тут кого-то видел. О! Отлично, Сережка. Один. Еще надо искать. Дверь закрылась сама. Да блин, это я нажимаю. У нас то, это я понял. Так, и что дальше делать? Надо еще нам найти раз, два ключа. Так, все, здесь мы были. Здесь мы были. Двери везде открыты. Тогда получается нам что? Опа. Меня в ванной заперли, Дима. Я вижу, Серега, я с тобой. В зеркале не отражаюсь, а Дима. А я тоже. Мы что, с тобой уже все? Того? Дим, а тут смотри. А, не. Я часы отодвинул. А ну идем. О, прикольно. А как то? О, точно. Серега, да ты молодец. Опа, касцена, прям полноценная игра. Офигеть, вон ключ у бабы. Так, там сейчас будет прям Том Райдер какой-то. Слышь, она что, живая, что ли? Да. Так. Стрёмная баба. Как-то нам ключ, да, надо забрать? Смотри, а как... тут ворота открылись. Так, идем. А я думаю, что карта так много весит? Вот тут прям, смотрите, средневековье, уже лабиринт запилили. Так, проверяем. Полноценные анимации. Так да, вообще все круто. Это уже можно даже не то, что отдельную карту, это отдельную игру можно делать. Опа, рычаг нажал, Серега. Так, опа. Сейчас покажут, что там произошло с решеткой. Я, наверное, открыл. Первая решетка. Офигенно запилил. Теперь надо еще открыть. Там еще две решетки вроде бы, да? Две или три. Даже три, наверное, да. Так. Давай сейчас посмотрим, сколько их там. Три. Я сначала думал, то, что там одна, а в итоге их там две. Так, это мы вернемся. Да, две осталось, Дим. Вон, еще одна решетка открылась. Так. А это вот. Я иду правильно, Серега. Так. Здесь на картофанчиках. Зэк сбежал. Отлично. У чем-то Resident Evil Village напоминает. Восьмой. Да? Там такие катакомбы были, тюрьма подземная. Нифига себе. Так, тупик, Сережка. Погнали сюда. Да бегу со всей силы, ты ж видишь, тут скорость урезана. Ну, еще один надо... рычаг. Нашел. Так, касцена. Еще одна. Минус один. Слава богу, что еще не две. Так. Возвращаемся. Я так понял, что теперь вообще в другую сторону. Туда? Надо снова вернуться. Туда. Ты думаешь? А туда мы ходили? Ходили. Стой, там тупик. Не, вот тут. Да, возвращаемся, ребята. Кто девчонки? И там третья решетка откроется, я думаю. Да, там же три решетки в этом кругу. Да. Не открылась. Открылась, прикольно, молодец, Серега. Я что-то прикинь, не догадался. Решетка. Прикинь, решетка возьмет, откроется, и эта баба на нас выскочит. Вот, ради рычаг сразу здесь. Все, нажал. Подозрительно как-то быстро, Дим. Отлично. Так. Бежим со всей силы. Слышь, смеется кто-то? Да. Ух ты, ёбка лэмэне, я испугался. Это трындец страшно. Я же говорю, она пропала. Вон, ее нету. Так. Возвращаемся. Дим, ты прошел. Отлично. Правильно идем? Нет, мне кажется, не сюда. Пойдем. Если открылась эта решетка, значит, вот мы идем, ну, сюда. Назад. Да, и там еще одна отлично решетка сейчас откроется. Во.
Во, видишь, ты шаришь как, молодец. Да я не знаю, я чисто от фонаря. А ты проходил эту карту еще, наверное, до меня. Да не, вряд ли. Так, а нее нету, Серега. А как ключ? Ты и сказал. А ключ где? У нее. Вот засранка, сперла ключ. И представь, она сейчас по дому ходит, а? Ты думаешь, а что, она возвращаться теперь или что делать? Ну, походу так, раз уж дверь открылась. Пошли, Дим. Пошли. Давай, после вас. Спасибо. Так, надпись появилась. Ого! Я ничего не вижу. Давай ночной режим подрубим. Stay the light, оставайся при свете. Она прячется в темноте, Дим. Офигенно! Я проиграл, Серега. Ты проиграл? Да, она убила меня, представляешь? Нельзя в темноту заходить. Надо на свету быть. Надо свет включать. Нет, я свечки зажег в ванной. Да, свечки можно поджигать? Да. О, да, Серега, да. Видишь, ты молодец. Надо свечки искать. Надо свечки искать. На столе, да, которые стоят вот эти вот? Я вижу. Я поставил. Где подсвечивается, короче, ставь свечку. Во, еще одну поставил. Все, а я так и не понял, а как? А, вижу. Подсвечивается, и ставишь свечку. Вот, я вижу, вот, и здесь можно поставить. Да фиг, молодец, Сережка. Я вот. Все с тобой. Ключ. Свет включился. Ее нету теперь, Серега, молодец. Проходим, ребята, потихоньку. Чисто от фонаря, блин, я увидел, подсвечивается, букву Е нажал, и тут все. Так, двери все-таки на машине проверяю. Но мне кажется, машина вообще какая-то не на ходу. Ты, Серега, понял, что дальше делать? Да. Наш... О, это было открыто. Я Раскаемся. Замок. Еще один замок остался, Дим. Ты молодец, Сережка. В отличие от меня. Так. Да нет, ты тоже отличник. Это отличник. Ну ладно, ударник. Так, последний ключ. Где может быть последний ключ, Дим? Не знаю. Да пойдем туда уже. Ого, совсем другая локация. Как? Офигеть. Снежная. Ты что, чувак, запарился именно с этой картой? Дим, это точно обитель зла. Ты думаешь? Да, Resident Evil Village. Да какой мост стрёмный. Сейчас провалимся, еще не... По-любому. Вот это ты сейчас предсказал, зря ты это сказал, Серега, так и будет. Бежим. Смотри, там еще мост, кажется. Слышишь? Да. Сзади тебя падает что-то. Нет. Ого, что-то взорвалось там. Чувак, смотри, тю, блин, он висит просто. Стрёмно. Как офигенно. Мост. Нет. Ты думаешь? Снизу висят трупы. Не, мы подходим до острова, он все ближе и ближе. Просто длинный очень. То, что там? Сзади меня там снизу трупы висели. Куча. Да? Да. И мы еще будем висеть, да? Что скажи? Не знаю. Так, добежали до конца. О, пойдем. Длинный мост оказался, реально длинный. Так, сейчас что-то будет, ребята. Так, мы нашли какой-то домик. Туалет. Давайте сразу заглянем в туалет. Так, здесь, Серега, проверяем все. Ничего, да? Дальше. Так, давай сразу сейчас по улице здесь проверим все, а потом в дом уже пойдем. А ну можно поломать? Давай ударим. Нет. Не, надо топор, может, найти. Так, заходим. Не заходится. Хорошо. Давай по-обычному зайдем во двор. Как это положено. Потому что дверь по-любому будет открыта. Нет. Она закрыта. Может, что-то упускаем опять? Тогда, вот там есть прикол этой карты, что ты хотел зайти в дом, так попробуй. Головоломка. Да. О, открылась. Да ну. Да. Топор, Дим. Я взял топор. Все, пошли тогда.
как ты и сказал, ты точно эту карту проходил. Давай, рубай. Рублю. А, я мог бы это сделать. У нас получается один топор на двоих выдался. Да. О, мы что, в дурке? Да получается, да. О! Опа! Что, уже едем? А куда? О, приехали, привет. Так. Ого, ё-моё, Серёга, это подпись. Ты сейчас увидишь. Бесполезно двери, мне кажется. О, опять мы едем. Да не, ребят, прекращайте вот это. О, все двери, видел, открылись и закрылись? Да, да. Пойдем. Ого. Так, давай просто идти вперед. Еще как будто звук сердцебиения. Да-да-да, и двери так делают, открываются. А вот у вас два. Ух ты. Стремновато, когда они все одновременно открываются, реально. О, я не могу рулевать, не. Так, продолжаем бежать, ребята. Как ты думаешь, длинный коридор? А я вижу конец коридора, кстати, мы приближаемся. Нет. Да. Он очень далеко, Дим. Я вижу край. Там дверь, просто в конце дверь. Этот, очень все сделано глобально. Разные локации, и все очень такое здоровое, гигантское. Так, ребят, вы отвлекаете меня от того, что надо... О, чем ближе к двери, тем чаще не этот... Сердцебиение. Может, мы попали в катастрофу и в голове все, типа, в коме? Походу. Опа. О, я угадал, да, наверное? Наверное. Или пьяный за рулем был, там, видел банки? Да. Все, мы вышли, куда мы вышли? Смотрим. Да, нас спасли. Я угадал. Ребята, если вам понравился этот хоррор и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.